В республике Коми, как и повсюду в России, отпраздновали День Победы. В Сыктывкаре цветы к памятникам мемориального комплекса «Вечная слава» возложили глава региона и архиепископ Сыктывкарский Коми-Зырянский Петерим. Торжественные митинги и шествия, чествование ветеранов и возложение цветов к памятникам погибшим воинам прошли во всех населенных пунктах республики. В столице Коми к мемориальному комплексу подошла колонна сыктывкарских ветеранов, в авангарде которой выступали глава Коми Сергей Гапликов и архиепископ сыктывкарский Коми-Зырянский Петерим. Из Коми на фронт было призвано около 170 тысяч человек. 60 тысяч воинов домой не вернулись. В память о погибших на фронте прогремел троекратный оружейный залп. Затем Сергей Гапликов лично поздравил приглашенных ветеранов и вручил каждому по гвоздике. Церемония продолжилась у памятника «Скорбящий воин», а затем колонна ветеранов и глава республики направились к Стефановской площади.